Вітаю в ефірі студія «Репортер». Радий вітати в нашій студії народного депутата України, представника, лідера Одеської організації партії «Опозиційна платформа за життя» Микола Леонідович. Добрий вечір. Доброго дня. Ми говоримо важливі теми, зрозуміло, з якого приводу ми взагалі зустрічаємось, дискутуємо, дебатуємо. До речі, дебатувати ви мали з чинним мером. Чи сталася зустріч? Ну, вы знаете, что я предлагал как кандидат в городские головы от оппозиционной платформы «За жизнь», предлагал дебаты действующему мэру. Согласно всем социологиям, во второй тур выходит он и я. И я считал, что нам еще до второго тура было бы правильно, ну, скажем, объяснить одесситам, с чем мы идем на выборы. Я думаю, что это было бы не просто интересно с точки зрения там предвыборного шоу. Ни он, ни я не являемся ни шоуменами, ни артистами. Но я думаю, что поговорить о таких системных и наболевших вещах для города открыто, не с предвыборных бордов или рекламных проспектов, а в открытом человеческом общении, я думаю, что это было бы и интересно для одесситов, и с пониманием того, что как бы они голосуют не за рекламные плакаты, а за живых людей. И я думаю, что это было бы достаточно полезно, опять же, и с точки зрения выбора одесситов, и с точки зрения, ну, интересной, мне казалось, возможно, достаточно предметная дискуссия по целому ряду вопросов. Какие питання, першочергові, ви би, ну, пропустимо, підіймали на зустрічі з чином? Ну, вопрос долгов и на что они тратятся, вопрос застройки. И как этот вопрос контролировать? Вопрос социальной защиты одесситов и медицины в условиях коронавируса. Это все те вопросы, которые людей волнуют. Вопрос тарифов и Одесской ТЭЦ. Я думаю, что здесь как раз у нас были бы там где-то, возможно, даже и общие позиции с позиции того, что там Одесская ТЭЦ должна быть в городской собственности, а не в управлении Нафтогаза, который превратился в такого монстра, который просто издевается над страной и ее гражданами. Достаточно много других вопросов. Питання гуманитарного характера поднимали? Гуманитарное, я думаю, тоже, скажем, у меня на одном канале спросили, вот что бы вы спросили у Геннадия Леонидовича, такой, если бы у вас был один вопрос. Я бы спросил вот в отношении его спича, когда он так агитировал за Петра Алексеевича Порошенко перед первым туром. Согласен ли он с тобой, с собой тогдашним? Не согласен. Помнит ли он это выступление? Насколько оно правильное, неправильное с позиции сегодняшнего дня? И это во многом перекликается с гуманитарными вопросами, потому что действующий мэр умеет здесь говорить одно, там говорить другое. А в действительности, вот, ну, даже тема с возвращением улиц 25-й Чапаевской дивизии маршала Жукова, в принципе, это позитивный момент, но почему это делается на полшага перед выборами, почему это нельзя было сделать тогда, когда Саакашвили только переименовал. Я был тогда истцом в административный суд по этому вопросу, и задача мэрии была там подыграть мне в целом ряде вопросов, и мы бы этот суд выиграли. Ну, подыграть в правильном смысле слова, то есть выступить третьей стороной в процессе, скажем, там был ряд моментов чисто процессуальных, где мы могли бы посотрудничать в этом плане и не ждать эти, там, по-моему, уже 4 года. Но Геннадий Ильич предпочел сделать это перед выборами, точно так же, как, допустим, те же кредиты, вместо того, чтобы решать системные вопросы для города, они были направлены на те объекты, плановые объекты, просто чтобы их сдать до 25 октября, чтобы показать, как очередные там скамейки и детские площадки, как он заботится об одесситах, но за счет одесситов, потому что это существенно удорожает все эти объекты через призму оплаты за эти кредиты, процентные ставки банкам, которые они берут. Ваши коллеги, представники вашей политической силы активно, ну, поднимают, ну, может, скажу так, вы не погодитесь, может, со мной, питание мовы, державної мови. Что может сделать окрема Одеська міська рада, чтобы не было взагалі никаких конфликтов? Знаете, я не первый раз у вас на эфире, и мы спілкуємося с вами и украинскую, и российскую мову, але, скажем, если зараз мы с вами пойдем в заклад громадського харчування, і, скажімо, з нами працівник закладу громадського харчування буде розмовляти російською мовою, то ми будемо мати змогу його штрафувати. Ну, не ми, а там відповідні співробітники цього наглядацького органу, який зробили в зв'язку з цим законом про мову. Я вважаю, що це абсолютно ненормально.
На уровне государства наша политическая сила оспаривает этот законопроект и закон об образовании в Конституционном суде с точки зрения их принятия. Что касается того, что я смогу сделать как городской глава после избрания, это финансирование, активное финансирование муниципальных программ, связанных с финансированием русского и других языков национальных меньшинств, как это записано в Конституции, как это записано в Европейской языковой хартии. Для Одессы это не меньшинство, это большинство, потому что большинство одесситов, согласно всем социологическим опросам, говорят по-русски. И когда мне говорят, да, им же никто не запрещает, но обратиться в официальные органы, там, в суд, в органы правопорядка, в другие органы на русском языке они не могут. Это противоречит европейской языковой хартии, то есть европейским обязательствам Украины, и мы должны сделать все для того, чтобы людям было комфортно. Что можно сделать, еще раз повторюсь, городская власть — это обеспечить возможность обращения в городские органы на русском языке, и это возможность финансирования муниципальных программ по финансированию, скажем, русских классов и других программ, связанных с поддержкой русского языка и других языков национальных меньшинств. Безусловно, безумовно, потрібно підтримувати і українську мову як державну мову, і Україна багатомовна, багатонаціональна, і, до речі, Одеська область – найбільш багатонаціональна область нашої держави. У нас проживає 133 нації і національності. Ще одне питання, яке дуже важливо теж для ваших колег, зокрема, для, я знаю, що нещодавно приїздив до Одеси пан Бойко, так? І кожен візит ви обов'язково йдете до будинку профспілок, згадуючи трагедію 2 травня 2014 року. Я знаю вашу позицію взагалі, але хотів би дещо поправити. Якщо ми говоримо про трагедію 2 травня, то щоб не тільки будинок профспілок, а взагалі весь день аналізувати треба і давати йому оцінку. Знаєте, я виступав, я повністю з вами згоден, я виступав з пропозицією свого часу зробити, вшанувати всіх загиблих того дня, незалежності від їх політичних уподобань. Тому що головне питання – те, що загинули громадяни України, жителі міста Одеса, в більшості своїй наші земляки. Це було масове вбивство посеред європейського міста Одеси в 21 столітті. На сьогоднішній день воно не розслідувано. Позиція нашої політичної сили полягає в тому, що це має бути зроблено. А что касается действий меня как городского главы, я приложу все усилия для того, чтобы память погибших была увековечена, для того, чтобы город сделал все необходимые юридические шаги для активизации процесса расследования в рамках своих полномочий, еще раз повторюсь. Но без того, чтобы расследовать это событие, и без того, чтобы увековечить память всех погибших в этой трагедии, очень сложно куда-то двигаться, потому что, когда говорят о том, что закон должен быть один для всех, о правопорядке, о том, что все должны соблюдать закон, то как должны, ну, все действующие лица сегодняшние относиться к этим призывам, когда, еще раз повторюсь, массовое убийство одесситов не расследовано, и достаточно много свидетельств и слухов о том, кто являлся відеосвідетельство, хто являвся исполнителем, хто являвся заказчиком, і ніхто із цих ліц не наказав. Таке питання. Ви представник опозиційної платформи, опозиційна партія. Припустимо, що одесити дають вам кредит довіри, обирають. Я на це дуже сподіваюся. Дуже все сподіваюся. Ви вчена опозиція, ви влада. Кожна влада має якось співпрацювати з центральною владою. Чи уявляєте ви собі такий конструктивний діалог, тому що багато випадків в історії Одеси, я 15 років в журналістиці, коли у нас місцева влада один напрямок, центральна влада зовсім інший. Не завжди є консенсус, не завжди є спільна мова. Я пам'ятаю, коли ви були головою обласної ради, все було більш-менш успішно для Одещини. Це був такий виняток. Ви якраз привели дуже хороший примір. В той період, коли був главою обласного совєта, то вся власть приналежала тоді президентом був Ющенко, а прем'єр-міністром Тимошенко. Я был политическим оппонентом этих политических деятелей. Губернатором был представитель Ющенко Сердюк Николай Дмитриевич. И мы очень нормально сотрудничали, потому что на уровне области это в первую очередь вопросы жизнедеятельности области, жизнедеятельности
города Одессы, всего хозяйственного механизма, механизма власти, здесь нужно в первую очередь исходить из этого. Кроме того, я считаю, что мы отличаемся от действующей городской власти именно как раз тем, что у нас есть возможность влиять на городскую власть с позиции защиты интересов одессита. Не так, как делает нынешняя власть, постоянно петляя и выкручиваясь, рассчитываясь бюджетом, незаконными стройками, землей с Киевом для того, чтобы их не трогали, для того, чтобы остаться у власти, а последовательно отстаивая свою точку зрения, опираясь на фракцию Верховной Рады, на одну из главных политических сил в стране. Да, мы оппозиция, но мы, я думаю, вы согласитесь, достаточно влиятельная политическая сила, и к нашим лидерам прислушиваются и на Западе, и на Востоке, и наши международные контакты, они далеко не только с нашими коллегами в странах СНГ, в Российской Федерации, но и в Европе, в Европейском Союзе, в Парламентской Ассамблее Совета Европы, в Соединенных Штатах Америки. Мы стараемся, скажем, быть максимально конструктивной политической силой для того, чтобы мировое сообщество видело, что с нами можно иметь дело, что мы исходим именно из интересов государства Украины. С этих позиций будет достаточно легко, будучи в команде. Политика на сегодняшний день, когда вот пытаются ее представить как нечто такое, вот мы с вами любим футбол, есть примеры, когда талантливые игроки, попадая в разные коллективы, они не могут заиграть, потому что футбол играет 11 игроков. То же самое и мэр, там лучше, хуже, но без возможности реализовывать вопросы на уровне Киева, еще раз повторюсь, не петляя, не выкручиваясь, не обещая каждому президенту, что я тебя поддержу, только не трогай меня, а действительно отстаивая свою позицию и вместе с тем, исходя из государственнических интересов, вот это, я думаю, будет позиция моя как городского головы и нашей политической силы и в городском совете, и в областном совете, и в советах всех уровней, куда идут наши представители в Одесской области, в районные советы, в ОТГ и так далее. 25 жовтня місцеві вибори, вибори під час епідемії, пандемії, дуже складна ситуація в регіоні. Цей фактор не позначиться на кількості виборців, які прийдуть прийняти участь? Можливо, потім будете говорити, що ось ми не дорахували, ось причина. Ви знаєте, на жаль, це дійсно є один із факторів ризику. Мені дійсно, от я користуюсь можливістю, хотів даже не призывать там голосовать за нас, а прийти проголосовать, соблюдая все меры предосторожности, там перчатки, маска, ручка, все как это, безусловно, надо делать, но постараться все-таки те, кто здоров и те, кто имеет возможность, прийти и проголосовать, потому что риск того, что при низкой явке могут быть злоупотребления на участковых избирательных комиссиях, он достаточно высок. А те требования, которые, скажем, предъявляются к попаданию на избирателей на избирательный участок, оно, скажем, может препятствовать высокой явке. То есть я не хочу сейчас называть цифры, там какие-то прогнозные, но это действительно может, вот такие требования могут снизить явку, где-то опасения за свое здоровье и так далее. Но здесь еще раз повторюсь, если человек здоров, если человек соблюдает все требования безопасности, там, социальную дистанцию, маску и так далее. Я считаю, что идти нужно, голосовать нужно для того, чтобы не дать, чтобы твоим голосом воспользовались недобросовестные українською мовою ділки від виборчого процесу. Бажаємо здоров'я всім, вам, Микола Леонідович, успіхів. Спасибо, що пригласили, мені дуже приємно, я дуже благодарен вашій телекомпанії. Спасибо. Залишайтеся на телеканалі «Репортер», з вами був Віталій Хемій, до наступних зустрічей в ефірі.